Ну что ж, добрый день, дорогие телезрители. Сейчас мы проверим звук. Уже, наверное, Ну запись что ж, пошла. добрый день. Да. Все есть, окей. Я с вами в чате. Сегодня мы проводим турнир Fast Cup Ukraine для аматоров. Ну, точнее, все являются аматорами. Сейчас. Вот, поскольку мы все заново запускаем и так далее. Так, кто-то пишет в ICQ, а мне, в принципе, все равно, потому что мы сейчас смотрим игру. У нас игра, никаких ICQ. Ну ладно, сделаем исключение буквально на секундочку. Непонятно, кто мне пишет, это не важно. Итак, первые у нас попались. Ну, короче, так, расскажем, в общем, про чемпионат. Сделаем кровь, кстати говоря. Так. А, уже даже что, гестарт пошел? Что-то я даже как-то не понял. Что-то все быстро так произошло. Нет, это еще не игра. Агестарт надо. Вот, пойдет сейчас агестарт. Будет игра, короче. То есть у нас сейчас турнир для аматоров. Собственно говоря, первый турнир в 2011 году. Так, что-то все ЕС не пишут. Зарегистрировалась и подтвердила свое участие 9 человек. Вот. 9 человек, то есть у нас сейчас 9 человек. Сделали мы сеточку, все нормально. И вот первые участники, которые попали в 1-16, у нас Деня и Анархи. Честно говоря, эти ребята на самом деле играют вообще по 5 дней где-то так в Half-Life, точнее в AG. Вот сами не кайсеры, очень сильные кайсеры, но вот решили немножечко их халфой заняться. Очень приятно, что они и на турнире как бы зарегистрировались и участвуют и так далее. Так что будем смотреть интересную игру кайсеров в халфе. Итак, сразу же первый фраг делал Деня. Сейчас он ведет доминирующую позицию, у него есть и гаусс, и арбалет, вот. Но в то время как анархи есть только арбалет, он внизу тут пытается что-то мансовать. Ну, кайсерские такие вещи, как бы, сразу видно. Перестрелка с арбалетов ничего тут особо пока не решает. Ловит хороший рокет от анархи Деня. И этим заканчивается ничего. Разбегаются они вверху, анархи берет гаусс. И получает шикарный прострел от Дени. Ай-яй-яй. Хорошо. Еще фраг от Дени. Очень хорошо он сейчас старается тут двигаться, распрыгиваться даже. Ну да, распрыжка как бы и в КС, и в ХЛ она одинаковая. Так что они и здесь, в принципе, должны уметь им только немножечко раздуплиться, надо будет, вообще все пойдет окей, по маслу, круто. Вот. Так, ну прошло буквально 1,5 минуты, и лидирует у нас Деня. Что там, 4-0. Немножечко не долетел. ХП почему-то не отжирают, видимо. Ну, конечно, кайсеры не привыкли этого делать. Из 55 ХП он два раза промахивается, пытается, третьего попадает. Пытался он только что убить, у него это получилось. Еще вот респ с 35 ХП, надо ему... Да, армор хорошо, 100 армора, 35 ХП, надо ХП подбирать очень быстро. Ну, 5-0 счет, все равно как бы нельзя бояться. Вот, ХП взял, нормально уже 65. Так, посмотрим пока за анархи. Попадают на с арбалетом, мухи берет, кидает парочку. И еще парочку. Так, уже коцанный, походу, Деня убегает. И попадает хорошим шотом только что Деня. Вообще шикарно. Круто. Так, сколько у нас спектаторов, много. Вот. Ну, в следующий раз я им скажу, чтобы все шли на стрим смотреть. Так как нехорошо сидеть в спектрах, в общем. Могут быть и подсказки, все что угодно. 6-1 лидирует Деня. Анархи пытается вот откидываться всячески под стволками. Попадает с пулемета. И еще чуть-чуть докоца. Пистолет берет. Тот с гауссом. И попадает Деня все же. 7-1 счет. А Деня тут просто убивает. 40 хп остается. Анархи он себя еще подрывает. Кошмар. 7-0. Да, это плохое начало для анархи. Но что сделаешь? Ничего. Итак, еще прострел ловит анархия Дени, распится снизу. Попал, тут Дени вообще тут 19 хп осталось, он ждет на прострел. Падает, не попадает рокетом, хорошо, анархия сделает фраг, очередной 8-1.
И тут Деня пытается подкараулить вас под стволки. Раз, два, походу попадает. Да, остается 30 хп еще под стволка. Хорошо. Фраг классный. 9-1. Так, Рокет кидает анархии. Ничего пока не случилось. Не попадает с арбалета. Так, где же он, где же он? Ага, вот он был. Еще не попадает. Попадает зато Деня. В стеночку тут попал. Анарх не очень так. Пытается он фазумерскими вещами с КС, как с АВПшкой пробить, но ничего не получается. Даблдаки пытается делать тут. Но это не КС. Так, и не попал. Ай-яй-яй. День и все. Лидирует. Посмотрим дальше, что день делает. Так, у него тут не очень было много жизней. Сейчас. Сейчас, да, перестрелочка у нас в центре, и все же Дени убивает, хотя осталось очень мало хп. Вот еще рядом распится анархи. Нету хп рядом. Ну и что будет у нас? 30 на 30, это очень мало пропускает. Он еще и патрончики для Гаусса. Надо брать патрончики. Так, арморка еще взял. Стоит с арбалетом, королит и... А, Нархиман с Гауссом не попадает тоже. А там не простреливается, не простреливается, он не знает. Ай-яй-яй. Вот еще заметьте, да, уже вроде как пару дней всего играют, уже прострелы знают и неплохо так довольно даже. Все, опять фраг от денег. Не везет как-то сейчас анархи. 13-1 счет. В полный шлак убивает его Деня. 5 минут матча уже прошло. Ну, конечно, тут всякое бывает. Переломить ход событий всегда можно. Так. Ай-яй-яй, хороший шот был только что от Анархи. Еще один шот в голову. Хорошо, два хороших выстрела от Анархи с арбалета, и он все же убивает своего оппонента. Поднимается на лифте. Деня не попадает в Анархи. Тот его коцает, 50 хп. О, еще один очередной хэдшот с разворота. Красавчик. Очень хорошо только что было. Не попал. Перестрелка в центре. Ловит. Ух, под стволочку день отдал. Тоже в лобешник прямо. Классно, классно. Так, Рокет. Осталось еще мало хп у Дени, наверное. Все лишь 5 хп отнял он под стволочкой. Анархи убивает с Рокета. И просто посылка пролетела мимо. Очень круто. 14-4 уже. Так, еще Дени убивает Анархи с Рокетом. Там остается 22 хп. Еще с Гаусса, получается, его убить сразу там же где-то на распе. Еще и ловит, наверное, Рокет. Да, словил Рокет только что Дени. Сейчас может быть немножечко опасно для него. Перекрестный огонь. Заканчивается это тем, что с пистолета оставляет очень мало хп Дени Анарх. И убивает его Дени с Рокета. И вот прострелил Анарх очень хорошо. И тут же умирает. Да, заметно, конечно, что не профессионалы. Но люди учатся. Хорошо, что люди присоединяются. Тем более, что мы развиваем наше движение АГ. Я думаю, оно все будет больше и больше. Так, 13-я минута матча. Счет в половину. Ну, вы знаете, я думаю, что все реально. Реально вернуть счет, так сказать, на равную пользу. И ничего, авось выиграет анархи. Вот он очередной делает. Ой-ой-ой, тут в ответку ему с арбалета ляпает в хэд. Перестрелка, подстволка хорошая, полетела. Остается 30 хп. Куда делся анарх? Простреливает, не попадает. И рокет хороший, анарх еще убивает Деню. Красавчик. 19-9. Так. Рядом пролетел только что Анарх, не забрал Гаусс, кинул Рокет, как-то не покоцал, день его застрелял с Гаусса, пролетел новый, не попал мне посылка, еще убивает Анарха денег, очень хорошо. Итак, 21-9. Кто же мне в ICQ, извиняюсь, мне. Тут вообще... Так, кто-то меня тут что-то спрашивает. Да, глупые вопросы, конечно. Так. 21 на 9 по-прежнему. Перестрелка в центре. С пулемета пытается вас анарх
Запилить 130 хп. О, 9 не попадает. 2 раза срок, это 118 хп. Ему сейчас нужно жрать хп. Очень срочно. Прошу прощения, что кашляю. Еще болею. Итак. Кидает под стволочку. И анарх его ловит. Хорошо ловит. Посмотрим мы теперь за анархом немножечко, что он делает. Так, прострелил, не попал. Рокет берет рядом Деня и... А, 4 хп остается. Но очень коцанный Деня, очень коцанный. Но всего 6 хп. Надо вот сейчас было срочно анарху догонять и убивать его. Но не тут-то было. Он уже и газ взял. Тут, тем не менее, анарх пока что внизу. Так. Какие-то глюки. Потому что у меня глюки. Да, у меня какие-то глюки. С пингом, ну, это не страшно. Я думаю, все на стриме хорошо видно. Ничего не глючит. Меня хорошо слышно. Я думаю, все окей. Если, кстати говоря, звук погромче игры сделать, то, наверное, зайдите в чат, пишите там, чё, как и так далее. Я на секундочку отлучусь. Да, я заметил, что вроде в игре звука не слышно, но ничего в этом страшного нету. Поправим. Чуть позже, уже в следующей игре, наверное. Главное, что вы слышите мой голос, смотрите, так сказать, стрим и так далее. Всех приветствую, кого еще не видел. Итак, счет 24 на 14, уже половина игры прошло. Ой, как-то Рокет так отвернулся красиво, непонятно. Вот, так что все еще в руках анарха. Я думаю, тут реально возместить счет, привести в баланс. И посмотреть уже, кто же выиграет. Ловит он рокет, шикарно, 12 хп остается. И Деня его добивается же сейчас с арбалета. Очень хорошо. Еще фраг с фазума с арбалета. Так, что за лаги? Ой, пинг начинает прыгать. Покикал бы я всех. У всех начинает прыгать пинг, сейчас напишу. Итак. Да, пинг просто скачет у всех безумно. 27 на 14, Деня лидирует. Еще вот один у меня, если будет пролак, я начну всех кикать. И так далее. Напишу даже вот. Итак, 28-16. Счет практически в половину, лидирует Деня, как и был лидером, так сказать, этой игры. Делает он, ой, замечательный фраг с фазума. И анархия отвечает. Сейчас ловил немножечко, да, не немножечко, это 17 хп осталось. Ловил он под стволочку, очень хорошо. По красоте все, ребятки, давайте. Очень найсово. Еще Деня убивает. 8 достается, еще Деня убивает, ого. Деня что-то разошелся. Кромсает анарха вообще. Просто в шлак. Это есть интересно. Так, что-то ребята, по-моему, не понимают. Извините, что я как всегда вот... Деня еще делает фраг с подстволки. В ответку ему что-то там он киданул только что анарх. Да ребят, походу, не понимают. Ну что ж, тогда на Джакс ушел, слава тебе, Господи. Еще напишу разок, может, всем дойдет. 7 минут остается. Счет 34-18. Сейчас перестрелка ведется на арбалетах. С гаусса на гаусс, так сказать. И анархи простреливает. Очень хорошо. Прострелил он только что.
Еще нарх убивает. Давай, нарх, давай, да. Ай-яй-яй, день отвечает. Да, хватает троллей в мире. Которые мешают проводить стрим. Ладно. Так, что у нас тут дальше? 37-21. 6 минут остается. День до сих пор лидирует. И потихонечку шансы анарха уходят от него. Уходят, уходят. Да. Вот получает только что от анарха. Ай-яй-яй, запилил их. Хорошо как. Драка на мотыгах закончилась тем, что Деня таки убивает с пистолета. Нехорошо, нехорошо. Под стволки две кидают Деня, подлавливает одну, стреляет, стреляет и остается. Да, убил. Отлично. Берет хпшки, что он сделал? Нарканар пытается гранатами кидать. Ну ж не КС. Ай-яй-яй-яй. Подливается он на лифте, дальше атакует Деня. Деня в центре попал, у него на 38 хп и убил прострелом. Хорош. Так, попадает раз. Еще давай. Берет Гаусс. Хороший, хороший фраг. Еще вот сразу что-то 70 хп стало, я так не понял, от чего вот перестрелка ведется. Сейчас где не был арбалет, взял Гаусс, сразу прострел хороший, да, 41-24. Шансы, шансы уходят у анарха. Рокет там очень сильно коснул Деню. Давай до конца теперь. А, там уже нету Дени. А Дени у нас ушел с 9 хп обходить. Берет арморчик. Жрет хп. Слышит ли это анарх? Да, походу слышит. И кидает рокет. И... А, Дени по... Да, хороший рокет. Отличный. Прямо в хэд. Еще рокет подлавливает. 55 хп остается у Дени. Нарх, давай соберись. Так, сейчас будет прострел. Не попал? Попал. Простреливает Дени только что. Анарха. И, как всегда, зарабатывает почетный фраг. Еще один фраг в спину. Еще сейчас может быть одно убийство. Рокет и... Да, Анар делает это очередной раз. Он убивает с рокета и ловит хэдшот в ответ с 3-5-7. Очень жестко, очень жестко. Еще сейчас может быть... Нет, Анар не дает. С дробагана стрельнул, убил. Так. Не попал. Прострел попал. И... Кто кого? Вот не знаю это нишу. В ответку можно прострелить, называется. Деня все же опять простреливает в очередной раз. 45 на 27, и кто кого подловит? А, Деня убивает сам себя. Походу вообще Анарх перевел под его же лампочку. Еще ловит он рокет. Один с хп остается. Ну давай, Анарх, тут-то бить осталось-то. Где же Анарх? Вот он с арбалета и не попал. Хорош, хороший фраг. Очень хороший фраг. Так, сейчас. Тут война, как всегда, на им. Там его не может быть сзади. Не попал раз. Перестрелка на пистолетах. Кто кого же? Взял пулемет. 40 хп, 28, 16. Не попал с арбалета. Взял Гаусс. Так, остается 3 минуты. А, Деня убивает еще. Плохо. Не простреливается через теды с арбалетом. А, Нарх-то чудит вообще жесть. Эх. Так что это такое? Еще Деня стрельнул. Да, тут уже по сути Деня таки выиграет. Вот счет. Ну да, заходите все в чат. Заходите. У нас же тут под плеером сразу есть наш мерк-чат. У кого кто смотрит стрим, я не знаю. Тут мне пишут уже секундочку. Да, у меня стрим играется идеально. Я смотрю вот сам себя, проверяю, как звук идет и так далее. Это все отлично, и у вас должно быть все отлично. Стрим настроен на скорость 512 килобит в секунду, поэтому на любом интернете, я думаю, сейчас он не должен глючить. Вот. Ну, если, конечно, еще слабенький комп, может стрим глючить. Правда, я думаю, что в данное время уже компы у всех более-менее нормальные должны быть. 2 минуты остается. Опять кто-то присоединился к серверу. Надо всех покикать.
Ой, блин. Так, в следующий раз, короче, да, буду ставить просто пароль. И все. Будет всем борода. Еще один нефраги делает с Гаусом. Он просто, да, разорвало пацана. Начал крушить тут. Хорошо так очень. Сзади, сзади. Давай, посылка, хорошо. Анархи ловит, не посмотрел, не услышал. Так, еще тут перестрелка ведется наверху. Две подстволки. Третью, боже, спамер жуткий. 50 на 32. Остается минута до конца. Буквально минута. Итак. День опять убивает анархи. Остается 14 хп. Ну, давай. Два. Хорошо, анархи застреливает твой пистолета. Сейчас мухи тут. О, 2 хп остается у Дени. Сейчас упадет. Не разбился. Странно. Я думал, разобьется. Простреливает еще анархи. Хорошо, тут встречаются они вместе. 5 на 53 анархи разбивается. Еще ловит подстволку. Вторую. Хорошие фраги от Дени. Очень хорошие. Кидает проверочную подстволку на Гаусс. Отжирается. Где у нас анарх? Анарх сейчас будет кидать рокет. Не попал. Арбалет не туда. Так, 30 секунд. Сзади, сзади уже. Не попал. Попал. И все. Сейчас выйдет, походу. О, день один хелс остался. Всего один хелс. И анарх еще все разбивается. Ай-яй-яй, как неприятно. Неприятно, неприятно очень. Так, все, пару секунд остается. The End 54 на 31 побеждает Деня. Анарх уходит в сетку лазеров. А вы, в общем, не отключайтесь от стрима. Я его сейчас перегружу, то есть сделаем небольшой перерыв. Следующая игра будет через 5 минут, так что, ну, в общем, страничку не закрывайте. Через 5 минут у вас стрим опять заработает и будет уже второй матч. А кто с кем играет, я вам сейчас скажу. Ну, также вы можете видеть на сайте. Так, значит, сейчас будут играть у нас... Сейчас будет играть кто? Ага, 15:30. Значит, так, будет перерыв не на 5 минут, извините. Сейчас будет игра... Перерыв будет на полчаса. Потому что сейчас будет у меня игра, поскольку я играть и стримить одновременно не могу, значит, я сейчас буду играть. Вот, так что ровно через полчаса подключайтесь и...